В понедельник сотрудники госавтоинспекции нашего района с представителями Федеральной службы судебных приставов выехали в центр аула Кашихабль, чтобы проверить исполнение водителями обязанностей в части своевременной уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Целью совместного рейда стало выявление злостных неплательщиков и применение в их отношении мер по оплате задолженности. Задача нашего совместного мероприятия – это выявление лиц, не уплативших административные штрафы в установленные законом сроки, а также лиц, имеющих совокупную сумму задолженности по штрафам в области дорожного движения. И доведение до населения предусмотренную административную ответственность за неуплату наложенных штрафов в установленном законом порядке. Автоинспекторы останавливали машины для профилактической проверки, судебные приставы проверяли по базе данных, не числится ли за водителем долг. Ведь, как показывает статистика, наибольшее количество задолженностей – это административные штрафы за нарушение правил дорожного движения.